Пенсионерам начали выдавать российские надбавки. Деньги за 5 месяцев. Тем, кто получает на карту, сегодня зачислили сразу 750 рублей. Кто получает на дому, доставят до конца месяца. Потом в июне еще 150 рублей вместе с пенсией. Итого 900 рублей за полгода. В Минсоте пояснили, если деньги вдруг не принесли до конца мая, в июне будет вся сумма. Пенсионерам, которым не будет доставлена гуманитарная помощь за 5 месяцев 2023 года, будет доставлена в июне за 6 месяцев в размере 900 рублей вместе с пенсией. Ежемесячную доплату в 150 рублей получают все пенсионеры Приднестровья вне зависимости от второго гражданства.